Всем привет! С вами я, Кира Найт. И сегодня я хочу до вас донести, что же бесит девушек в постели. Что не нужно делать и что не нужно говорить. А может, что-то нужно делать, но вы это не особо хотите и не особо любите. Итак, поехали! Первое. Это когда у нас минет на ура, а куни... Что-что? Что-что, дорогая? Не понял? Скажи-ка еще разок. И это очень бесит. Значит, у нас минет. Минет, минет, минет. Минет, минет, минет. Минет, 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 минет. А куни? О, фу, а, да, тебе надо куни. О, я совсем забыл. Ну ладно, что там, давай, раздвигай свои ножники. И вот этот ваш... Знаете, дорогие мои, значит, в рот ей наваляли, а ответочку не дали, да? Так получается. И вот эти вот ваши... То есть это не обязательно то, что девушка где-то чего-то нагуляла. То есть это у нас же там своя микро... У нас же там своя микрофлора, то есть, да, и там у нас такое место волшебное, просто загадочное, мистическое, что, ну, возможно, так просто какие-то бактерии появились там из-за неправильного питания, там еще из-за чего-то, несоблюдения какой-то элементарной гигиены. Не надо думать, что девушка сразу где-то что-то с кем-то шлялась. То есть вы должны сесть и просто на чистоту сказать девушке: вот так и так, дорогая, давай-ка, вот мне не нравится там твой запах, давай-ка ты сходишь к врачу, да, пролечься там и так далее и тому подобное. Все, если девушка адекватная, если девушка нормальная, да и вообще она должна сама это понимать. А девушки, которые не следят за собой, да, которые не следят за собой, то есть, ну, это какие-то, это уже не девушки, и зачем вообще тогда с такими связываться? Но если девушка нормальная, то она поймет, если она сама этого не замечала, только как это так, то есть это невозможно не заметить, все равно есть какой-то дискомфорт, да, если у человека что-то там не так. То есть она сама должна взять и сходить к врачу и не просить вас вот делать куни вот это вот. Вот это вот такое вот неприятное. Поэтому это все решается. То есть, если вы получили минетик, так сказать, будьте добры сделать куни. Если вас что-то не устраивает, скажите это девушке напрямую. Нормальная, адекватная девушка не обидится, а пойдет просто провериться, ей там назначат курс лечения, и все будет окей, чики-пуки. А вот так вот, знаете, довольствоваться вот этим вот в одиночечку и не отдавать, да, девушке, не давать девушке взамен, это сверх эгоизма. Серьезно. Второе. Вот эти ваши вот риторические вопросы. Ты кончила? Блять. Да ты поймешь по девушке, если она кончила, поверь мне. Вот вам нужно вот это фальшивое? Да, 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 дорогой, я кончила. Вопрос, когда вы занимаетесь сексом, ты на ней сверху или она на тебе? О, тебе хорошо. Тебе хорошо, так, а нет, блядь, мне плохо, слезь с меня вообще, уйди, нахуй, иди отсюда, я тоже пошла. Вы какого ответа ожидаете, когда задаете такие вопросы? Никогда не задавайте такие вопросы. Вот меня это реально бесит. Мне хочется все закончить, и я уже не получаю вообще никакого удовольствия. А что тут говорить об оргазме? Третье. Уменьшительно-ласкательные словечки. Это ад, адские, понимаете, вот это вот, вот, вот как? Катюшечка, Катечка, Катенька. У меня есть нормальное имя. У меня вот это Катечка, Катечка, Течка у меня ассоциируется сразу. Забудьте вот эти все окончания, забудьте. Четвертое. Еще вот эти вот ваши. Сейчас я кончу. Что, блядь, сейчас? Что? На башку метеорит упадет? Или что, блядь? Что? Что ты хочешь этим сказать? Ты можешь просто постонать, но вот эти. Сейчас будет.
сейчас будет, блядь, что будет, что будет, что произойдет, блядь, конец света произойдет, что ли? Мужики, не делайте так, ради бога, не делайте так, это же ужасно, это же отвратительно, это смешно, я не знаю, ну выражайте свои эмоции, я не знаю, в стонах, ну не знаю, ну чуть-чуть можно жести там добавить, да, ну чуть-чуть там и поругаться, ну вот это, уф, в такие моменты просто реально хочется засунуть мужику стропон в рот. Да, чтобы он заткнулся уже. Пятое. Или какое там пятое. Иногда бывает от вас слишком много агрессии. Да, конечно, многие девочки любят пожестче, но когда это переходит грань, то это становится уже не очень приятно. Когда мужик, допустим, в процессе называет вас сучкой, шлюхой там, и под конец там уже он реально уже с такой злостью это говорит, это нехорошо. Поэтому все должно быть в меру, не надо перебарщивать с этим, не забывайте то, что вы находитесь со своей любимой девушкой, а не с какой-то там шлюхой-прошмандовкой, да, которую вы вызвали там или, не дай бог, где-то там на трассе еще зацепили. Нихера себе у меня мысли на трассе зацепили. Шестое. Предварительные ласки. Что хочу об этом сказать? Как обычно мужчины считают, что такое предварительные ласки? Потереблю-ка я ей клиторочек. 3 минуты. По одному месту. Понатираю. Да хорошо, понатираю. Чтобы она больше не просила. Сразу вот так вот, в зачет. Прям вот так вот понатираю. И все, и норм. Я полоскала ее, можно и к сексу переходить, да, а лучше к минетику. Вот это неправильно. Предварительные ласки это что? Изначально женщине возбудить нужно мозг, да, потому что женщина любит ушами. Наговорите ей слов ласковых, да. Ну придумайте, ладно, если вы там на самом деле что-то не чувствуете, ну придумайте, вы, господи, вы же хотите потрахаться, придумайте. Погладить за ушком, там, не знаю, волосики, грудь, сосочки. Не надо теребить вот так вот клитор. Вы что, больные? Или как? Давайте вам тоже 3 минуты потеребим по одному месту. Ну имейте совесть. Все должно быть равномерно распределено. Все тело, ласки тел, там красивые словечки, ну или плохие словечки. Все, в принципе, не надо по одному месту теребить. Там много где можно потеребить, вы не знали? Очень много где можно потеребить. Не терите один клитор. Не надо так делать. Вы понимаете, что после этого трения просто не хочется секса, потому что больно. Больно. Реально больно. А вы думаете, что баба раз лежит, раз она вот так вот ахает, вздохает, кайфует, да? Вздохает, вздыхает, кайфует, значит, ей хорошо. Нет. Она просто притворяется. Она просто притворяется. Никакой бабе не будет приятно, когда ей мужик легли в постель, и он сразу заклинил. Так, давай, так, сейчас мы план этот сделаем, и можно будет засунуть. 7. Секс перед телеком. Я думаю, тут вообще не стоит ничего объяснять. Да-да-да, сейчас многие в комментариях напишут. Вам, бабам, не угодишь. Угодишь. Еще как угодишь. Только мы не угождаем, потому что вы же сразу напишите, о, шлюшка, о, проституточка, да? Потому что мы вам сразу угодили. Конечно, мы должны повыделываться перед этим. Мы же не просто вот такие доступные существа, так сказать, как вы, да? Поэтому мы выделываемся. И поэтому, ребят, на самом деле все хорошо. Если вы любите друг друга, да, то доставляйте удовольствие, ну, как-то не то, что одинаково. Допустим, молодой человек там получил удовольствие, да, но постарайтесь девушку тоже довести до оргазма. И не надо ни в коем случае спрашивать, там, кончила она, не кончила. Да вы увидите, если ваша девушка кончила, поверьте мне, вы это увидите. Даже вот, я не знаю, это, наверное, дурак только не сможет понять, имитированный это оргазм или нет. Потому что там скукоживает так, что, ну, блядь, ну это сложно не понять.
был ли у девушки оргазм. Поэтому старайтесь доводить своих любимых до оргазма. Доставляйте им удовольствие. Ну, блин, не стремайтесь, потратьте на это больше времени, больше сил, я не знаю. И все у вас будет окей, все у вас будет чики-пуки. Я, конечно, очень надеюсь, что мои советы кому-то помогут, да? И вы поставите пальчик вверх под этим видео и обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подпишете. Нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео от Киры Нейт. А также в ТикТок подписывайтесь на меня, в Инстаграм подписывайтесь на меня. Там я выкладываю очень много сториз, да, то, что вы не увидите ВКонтакте, не увидите на Ютубе. И все ссылочки я оставлю в описании к этому ролику. Ну а я вас всех люблю. И обнимаю. Обнимашечки. Все, всем пока. С вами была я, Кира Найт. А теперь обнимашечки.